Я тот человек, который всегда едет с максимально маленькой сумкой. Я всегда считаю, что с собой нужно иметь только кошелек и документы. И если даже ты что-то забыл, то ты всегда это можешь купить, потому что в любом городе есть дешевые магазины, а там какая разница, в принципе, во что-то одет. Самая моя главная хитрость – это то, что я в своей профессии соединяю сразу несколько профессий. То есть я сам себе аранжировщик, сам певец, сам музыкант, сам композитор, сам пишу тексты, сам записываю их, сам играю, сам свожу, сам права выкупаю, сам продаю, сам зарабатываю. Маленькая хитрость, не знаю, я всегда, ну правда, если я уже вспомнил сотрудников ГИБДД, то я всегда с ними начинаю здороваться, здравия желаю. Все, как только они понимают, что вы человек военный или по крайней мере с выправкой, то отношение к вам другое. Я Олег Газманов. Я себя прекрасно чувствую, потому что уже больше 40 лет делаю одно и то же. Я стараюсь хотя бы раз в сутки вспотеть. Когда у вас 15 минут эфира, а говорить совершенно не о чем, цепляйтесь за слова. Ну, например, вы знаете, вчера я был в кино. Кстати, вы знаете, что такое кино? Кино – это удивительный симбиоз. Кстати, давайте поговорим о симбиозе. В принципе, когда мы соединяем несколько вещей воедино, ну вот вспомните хотя бы картину Микеланджело. Кстати, Микеланджело написал не одну картину, и так можно до бесконечности.